Сегодня у нас 28 июня 2016 года. Это мы находимся на пруду Рыжковский. Он даже плавает. О, красавица. Так, чаечки летают. Вот у нас Кирилл трудится с нами тут. Вот здесь вот видно, нора была бобровая, прямо в плотине прогрыз, обвалилась. Здесь вот тоже нора, видно, мы ветку поставили, чтобы никто не провалился. Вот Игнатьич, значит, трудится. Вот он оттуда начал, и вот уже сколько прошел, выпиливая все эти кусты. Вот глаза вывел. Ножовка хорошая, хорошо пилит. Кирилл молодец, трудится. Смотри, как Кирилл, вот так это мой. Сейчас я пилить, вот это будет интересно. Подожди-ка. Сучок такой интересный. Подожди, я вот отсюда. Все, пошел. Так, до самой воды надо пробираться. Вот 50 лет все заваливалось. Иначе мы поднимем когда здесь. Вот. Все это в воде окажется. Вот эти вот столбы, вон, деревья. Мы уже сегодня сколько вытаскиваем? Ой-ой-ой. Игнатьич, а этот промыв кто-то сделал или он был? Вода была такая. Ну, промыла вода. А, что? Промыла. Это у нас уже лет 50 как тут. Нам надо промыв этот заделать. Вот сейчас я пробираюсь здесь. Потому что надо кинчить, потом я вырубил. Начнем кинчить лайки. Это все покажет. Вот. Смотри, что делаем. У меня левая рука плохо работает. А как начинаю работать, забываю про все. Так, подожди-ка. Сейчас мы. Вот. Ну, Кириллушка, давай. Немножко осталось. Посмотрим, как мы закончим. Вот сколько прошли. Это не игрушка. Покажешь, что у нас в отвалу стоит. Ой-ой-ой. Ну-ка, держи. О, парень сильный. Ну, волоком, это не на себе. Это... Ой-ой-ой. Кремень я вытащил с собой. Аккуратно. Лягушка в норе. Лягушка. По одной выбросай. Да, она и есть одна. Понимаешь, человек, живущий в городе, покупающий там рыбу, он ничего этого не знает. Другой даже не видал, как она плавает. Ну, только в аквариуме. А ты вот это пробейся туда. Вот камыши, это все должны мы залить водой. Ну, в государстве нет работы, безработные. Как это так? Земля вдовствует, субботствует. 70 лет. Говорят, работы нету. А как же мы-то ее находим каждый день? Притом неизбывно. Вот смотри, сколько сейчас работы будет здесь. Так, попробуй вот этот взять, Кирилл. Да, вот этот. Потянет, нет? Нет. Видишь, он. Ох, ё-моё, еще одна нога, по-моему. Ты что там, нора? Ну, провалился куда-то. Ну, провалился, смотри, ничего. Это бобры нам помогают. Вот. Вот это вот забирай. И сейчас дальше мы отпиливаем. А потом это готовим место бульдозеру. Нанимать надо. Это еще обойдется не меньше, чем 150-160 тысяч, а то и больше. Вот, даром ничего не делается. А первые поселенцы, они не имели бульдозера, все себе делали. Вот как раз тут были Рыжковы, Рыжковский пруд. Она вышла за Потеряева Ивана Нефантьевича. Рыжкова, Евдокия Титовна.
Вот она, он приехал сюда и тут поболел и умер. Так что его могила у нас. Правнука Потеряева, которые организовали Потеряевку. Только и подумаешь, Царство им небесное, какой выбрали уголок. Да. Веди. Вот я тут подошел, что было. И теперь, ну там еще сушняк. Это все мы выберем. Сегодня спросил, кто? Ну, Кирилл, самый большой парень. Смотри, берег освобождается. Ну, и сразу все. По крайней мере, здесь мы уже зашли. Не упади туда. Во. Кирилл, осторожнее. На. Бери скорее. Не побегу. А то упадет. Далеко не на всех клади здесь. Не пока здесь клади. Не, только на мои вещи. Вот здесь, на проход. Здесь вот клади. Камнями только туда, вперед. Таскать потом. Почти не с головой работать приходится. Тут прорыв. Воды. Давай. Рядом так, ходи. Угу. Ну тут это отдельно. Тут не выберешься. Это помимо насекомых. Давай, ползают, выбирай. Вытаскивай. Во. Держи. Вот это все надо разобрать. Вот берег разобрать. И тогда поставить плотину. Здесь. И стояк, ну как вот делали остроги. И с той стороны вон там. И тогда здесь вместе с соломой будем саманить, когда придет бульдозер. Какая работа только началась сегодня. Первый день, все еще подготовка 2 недели шла. Мы потеряли 25 лет, и даже никто не помыслил восстановить этот пруд. А это памятный пруд, который носит название первооткрывателей Потеряевки. На. Считай, что мы здесь пробили. Теперь надо там лестик и выпиливать. А это мне уже не сделать. Это дядя Володя будет делать. На. Вот это вот возьми еще вот отсюда. Я отпилил. Вот. Давай. Что-то насекомые меня одолели. Вот так. Фух. Вот этот самый берег. Надо низко опускать. Работы нету. А вот посмотри на лицо у меня. Опа. Это второй упал уже. Второй, да. Это крот, это сказать. Осторожно надо. Лопату принеси. Сейчас уберет он это дело. Ну, надо, иначе ногу сломаешь. Ветку поставили его. Ну, ветку поставить или еще тут. Посмотри лицо. Все. Все. В поту? В поту. Так это пот, он течет и течет. Ну, еще тебе дать возможность туда пройти? Да. Сейчас. А литовку поставил, она не яхнет тебе? Нет. Ну, я все расспросил. Вот это, слышь, вот сюда в дырочку, где упали, туда надо ветку поставить, чтобы ногу не сломать. Ну, сейчас. Ну, давай, Владимир Александрович. Все, напрямую? Я не знаю. Главное, бери ножовку. Ножовка. Без ножовки делать нечего. Топор там не нужен. Попробуй на берег забраться и вот то вырубить сушняк. Вон тот, да? Да.
сушняк тот, куда-то сюда подавать или как, или туда перейдет к тебе этот, перенесешь его, Кирилла. Поверху. Я тоже туда перейду. Вот он. Пошел. Ну, это ниже меня, метра на 2,5. Какую лопату принести? Ну, ладно, никакую теперь уже. Тычковую. Тычковую? Ну, да, штыковую называется. Вот это все должен завалить будет бульдозер. Ножовку не потеряй, главное. Переходи на тот берег. Вот это все пойдет завал. Это вот посередине дамбы он идет, сбоку чуть-чуть. Нечем заниматься. Вот занимайтесь. Сколько заброшенных деревень? 21 тысяча. Сколько прудов? 20, может быть, 42 тысячи. Там же сколько в каждом было всего. Не пойдут на это. А вокруг вот я ставлю ролики, мы все показываем. Прямо беснуется. Ой. Может обкосить мне здесь? Ну протопчи его там, пройди, немножко, чтобы видно было. Потом мы туда пойдем. Притаптывай там. Так косить там не надо. Вот эту ямку, где он стоит, закопаю землей. Вокруг землю обрушивай. Вот чтобы никто тут не попал туда. Вот видите, сколько тебе лет-то? 13. 13 лет. Это не Гайдар, который, говорит, 14 лет в атаку водил. В 13 лет работает. Ты близко становишься к берегу. Угу. Степеной не поворачивайся никогда. Вот здесь. Вот он сейчас прокопает где нор. И завали туда, заваливай, притаптывай. Во. Он будет знать, что такое земля. Земля несет нравственное начало. Петр Аркадьевич Столыпин. Во. Правильно назвал, неправильно, что-то давно не называл. А вот Рыжковский пруд какой. Мы площадь его увеличим намного, если поднимем. Поднять можно на 2,5 метра сразу. Вот на той стороне Володя теперь. Как-то туда тебе перенести бы Кирилла, он бы помог тебе. Я могу так же пройти, как дядь Володя. А? Я так, как дядь Володя, могу пройти, просто снять обувь. Ты еще сам перейдешь? Да. А как? Обувь снять, да, одеешь. Ну, тогда штаны снимать надо. Ну, давай. Давай, тогда иди туда. В руках неси это все. В одних трусах. А там переоденешься. Вот туда поднимешься наверх. Вот это вот все надо поломать. Угу. Да, Володя, надо будет перекосить вот это. Иначе не пройти. Потом. Давай. Пока мы здесь не приготовим, остальное сюда носить бесполезно. Вот здесь посмотрите, как мы думаем установить этот заплот. Наш Днепрогэс. А где вы видели? Ну, возьми. Возьми. Берег перекосить, конечно, надо. Там сильно мешает. И... ветки перетащить, да, сюда их? Да, я думаю, тебе надо брюки взять туда и там переобуться. В руки возьми, повыше подними. И там переобуешься, начнешь ветки носить. А Володя меня, не знаю, перенесет на себе или нет. Я бы там кустами занялся. Давайте. А? Давайте перенесу. Да-то вдвоем, если только пойдет. Он сейчас унесет и на двое, если то я согласен. Смотри ему, докуда достает-то. До трусов. Вот. Теперь там выше прям лезь прямо. Прямо, дави эту систему. Туда дальше за кустами... можешь переодеться. Если меня перенесут туда, я там начну бороться с этими, с кустами. Володя за косой сходил, взял косу, литовку. Вот смотрите, стоит в воде. Ну какая картина-то? Вот найдите в интернете такое. Я думаю, не скоро найдете. Вот, что косарь стоял в воде по колено. И косил выше головы. Прямо на самый конец туда. И она пойдет все вниз. Вместо самана. Надо только поближе к концу туда ее. Смотрите, какой русский человек талантливый и сильный. А то там какие-то дали, салины. Его бы сюда пригласить в гости-то к нам. Он бы другой план составил для русских.
Будем глушить их постепенно, предатели. Не получится. Тут христиане. Тогда до конца бери, Володя. Потерял я Кирилла где-то. Я тут. А, он тут. Видишь, он не оговаривается, у него все идет, он учится. Надсадится, не надсадится. А то сын наш работает. Трудовой лагерь-то. Мы готовим для следующего поколения. Вот так. Ну тогда прокоси, Володя, вверх хотя бы дорожку. Может быть, сверху ты будешь косить? Нет, снизу да удобнее вроде бы. Не знаю, в общем, гляди сам. Взяли вторую обувь. Видишь, что значит предусмотреть? Это опыт жизни. Мои года, мое богатство. Все, что требовалось, взяли. Все, даже косу. А без косы ничего бы не сделали. Они даже не помянули ее. Молодняк-то наш. Вот сейчас он только, если вы меня вдвоем... Обожди, ты переоделся. А? Ну, а дядя Володя меня один не перенесет, он утонет. Если вдвоем меня вы бы перенесли... Надо позвать кого-то. Позвать кого-то? Ну, давай. Я позову. Тебе сейчас делать нечего, да? Я тебе ножовку кину, ты пилить будешь там? А вот ножовка тут уже есть. А? А, ну и пили подряд, который вот здесь внизу. Вот тут и дом? Да. А по на ту сторону переноси, сам все делай. Я пошел за хлопцами узнать, как у них дела идут. Вот видите как, в болоте и коросит выше головы. Как клещук какой, уцепился, гляди. Вот они по горам лазят, не знают, как задержаться на вершине. Смерть ищет эвересты. Вот эти эвересты покоряйте, где разрушено что. И Россия будет выглядеть по-другому. А то Путин напутал, все виноват. В башке у каждого сидит путаница. Вспомните, что Филипп Филиппович говорил-то. Тогда разруха будет, когда мимо будем ходить. Унитазы. А что это за старуха-разруха? Вот Володя пошел сейчас на ваших глазах. Смотрите, как меняется. Это камыш. Притом засохший, прошлогодний, нынешний. И оно нелегко берется. Так, пониже пили только. Чуть пониже бери. Если она зажимает, ты ее дави вниз и увидишь, где надо. Во! Две выпилишь, выноси. Посмотрите, Кирилл все один делает. Ну, а я-то перерезу туда, там помощь какая-то может будет. Володя уже наверху. Вот и гляди его, 1,65 м. Батюшка нас увидел, говорит, я думал, на неделю готовитесь куда. А мы говорим, до обеда только, после обеда... Как Бог даст, погода. Я сегодня засомневался, то ли сюда идти, то ли на лагерный. Тучи что-то такие, дождевые. Ну, думаю, возьму две военные палатки, скроемся. Видите, какой русский человек живущий. В прошлом году 3 пруда почти восстановили, нынче еще 3. Один за пределами деревни. Сильно боятся, что если все сделать, удастся мне, тут хлынут, люди чужие, опять воровство будет. Да, ну и без этого воровство идет. Мы же надеемся установить видеоустановки. А я говорю, Писание говорит, если бодрствует страж напрасно, если Господь не охранит. Ну все, хлопцы, я отошел от вас. Вот продолжаем сегодня очищать Рыжский крут. Сейчас проходим через промыв. Вот сейчас Кириллу я передам. Держи, Кирилл. Все, смотри, чтобы не в экран не попадали. На экран сюда смотри. Там не нажми только кнопку с той стороны, там цифры бегут. Да, пой. Цифры бегут? Да, бегу. Так, быстрее снимай сюда, покажи Никиту. Угу, вот Никита. Никиту, меня снимай тоже, смотри. О! Где мои 16 лет? За горами, за далекими лесами. Как это поет Диана там одна, бабушки. Давай. Я с инструментом сразу, с топором. Ножовка. Так, Никита, может, ну давай. Может инструмент вчера перекинуть? Давай. Да меня просто на руки берите так, не складывайте. Я обниму вас. О.
Тихонько, брат, не торопись, так. Нога застряла. Ну, не уроните. О, я уже почерпнул воды в один сапог. Так я делаю, как ты шаг делаешь. Да не, ты больше не делай. Ладно. Не делай. Ох, я провалился, хорошо. Поднимай, Никита, повыше. Володя, чтобы. Как же там тут ветки вообще? Неужели я такой тяжелый? Вот и беда. Так ты, главное, по очереди, чтобы не упали. Стоишь? Давай. Господи, помилуй. Сроду такого со мной не было. Лучше б я разделся, да там он вплавь переплыл. Да, брат. Ну-ка. Тут просто мяша большая, она нога погружается здорово. О-о-о. Это что ж такое-то? Ты встал, нет? А ты стоишь, брат? Никита, вставай, поднимайся. Что-то... О, хорошо. Хорошо. У меня полные сапоги уже тоже. Ну-ка. Давай, шагай. Меня за... Павут тут грызет еще. Это мы немного в сторону ушли. Что тут творит? Я застрял. Так я тебя поднимать буду. Ну давайте меня опускайте в воду тогда. Да не. Ну кого нет уже по колено? Ну давай. Все, опускай. Давай. Пошел вперед. Ой-ой-ой. Ой, отними меня. Подожди, Володя. Чтобы у меня телефон. Все, я опускай меня. Все, не донесли. О, меня вытащите. Ой. Там няша-то действительно. Ой. О. Перенесли они меня. Переплыли мы. Ой. А ты все нормально. Володя-то ни при чем. Он утоп. Ой. Так, поднимись маленько туда. Ой. Я хотел сапоги сохранить. Показывай, как надевать. Ой. Ой. Вода-то теплая, ну что. Ну что, еще. Брюки мои, ничего не доспел, сегодня порвал, правда, жалко. Это мы только еще на подходе к тому. А когда потащим сюда, это тогда... Это уже это тащить-то первую-то, по краям. Там, может быть, меньше няши. Вот, а ты не упади там. Угу. Ну что, Никита, перебирайся назад. Есть, назад. Спасибо, Христос тебе. Я сейчас это, вот это все здесь сделаем. Я пойду. А вон там, Володя, не лучше на выходе, вот где трава. Че? Там, не легче пройти? Может и легче. Ну, в самой середине. Мы сейчас не с этим начнем пилить здесь. Ух, как я. Прохладно, как здесь. Ну все. Володя дальше будет. Тут нора тоже. Чтобы не уронил. А? Тоже нора здесь. Не пойму. Нора. Нора. Ну забьем. Чтоб не упасть-то. Забьем вот это. Сейчас, подожди. Подожди, Кирилл. Дядя Володя здесь. Кусты, озеро. Ну и Никита наш пошел. Я его не вижу, где он идет. Вон он идет, это вот кусок. Не знаю, где видать, не видать его. С кусками старался. Ну все. Вот наши братья уже начали пробовать бревна ложить. Теперь надо Володю звать. Тут откосили все. Вот сделали переход. Давай. Потом вот это вот надо вытащить, не мог, надо веревкой или как там залезть и подпилить. Воткнулся в землю и никак. Ну, смотри уже, что мы делаем. Уже переход, а меня перетаскивали, не могли.
Замочили мне ноги, эх вы. Ну вот это давай сейчас вытащи. Возьми. Простите это. Нас. Опрокинь туда. Вот это. Давай, 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 давай. Тащи еще, она выйдет. Кверху тащи, кверху. Ты не понимаешь, что ли? Туда кверху, а ты в сторону. Она сама отломится так. Кверху тащи, все. Соображай. Дальше. Выворачивай. Не бросай. Тащи ее туда и забор кидай дальше. Вот это накидали там, это вытащить надо. Пролом надо за пролом. А он не знал, Кирилл, бросал рядом. Так, сейчас, Володя, готовься самые большие перенести. На, держи. Ты сейчас от меня будешь относить. Держи вот это. Сейчас остатки мы переносим. И самую большую заложим. Держи. Вот так. Во. Так, сейчас мы пойдем и самую большую вытащим. Вытаскивай. Бери лопату. Рядом здесь. Дай мне лопату, а вот эту бери. Все, бери, тащи. Так. Пошел. Даже не сучок. Ну что, не идет? Под ногой. Ну ничего, давай. Вытащи. Вот. Все, уходи. Тут какая-то железяка, осторожно не упасть. Вот. Кто-то что-то делал тут, мастил. Теперь вот этот вот кустик, достаньте его. Я вас пилю. Бери его. Вот это еще возьми. Маленько держи вот это. Рукой подержи, чтобы я спилить мог. Ну поскорее, ну прям не до... Куда тянешь на себя? Ты же зажимаешь пилу. Какой ты глупый все-таки. Давай. Так. Кидай дальше туда. Ну что, поехали. Теперь эти большие, которые были, неси сюда. Самые большие.